Уважаемые друзья, я обращаюсь, пользуясь ситуацией, к вам за поддержкой именно активистов, потому что активисты – это ядро сопротивления. Активисты организовывают все эти процессы. Власть это знает и сейчас закрывает тюрьму на 10 суток, на 15 суток, на 25 суток, преследует этих людей, преследует семьи. Часть людей сидят в тюрьмах, но они не унывают. Они уверены, что в этом году уже будут колоссальные перемены, благодаря усилиям народа. Благодаря тому, что мы все объединяемся, я хочу поблагодарить вас, уважаемые друзья, за поддержку этих активистов. Многие из них уже вышли из тюрьмы, и они благодарят, говорят, что их семьи поддерживались нашими гражданами, и они себя не чувствовали в тяжелой ситуации, они были уверены, знали, что народ их поддерживает. В этой связи я еще раз обращаюсь к вам. Поддержите активистов. Поддержите небольшими денежными средствами. Это позволит нам организовать сопротивление, набрать действительно лидеров различных, которые будут знать. Народ их поддерживает. И завтра, пусть даже после какого-то давления или даже репрессий, они все равно встанут в строй и будут героями тех, кто возглавил это сопротивление.